Еще один случай суицида подозревают в Кызылорде. На днях с моста по проспекту Султан Бейбарыса спрыгнул мужчина. Его тело до сих пор не найдено. Сообщение о том, что мужчина прыгнул в реку, поступило от очевидцев. Свидетелем инцидента стала проезжающая мимо бригада скорой помощи. 11 апреля 2019 года в 12:30 поступило сообщение от дежурного ДЧС Кызылординской области, дежурного Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда о том, что с моста, расположенного по улице Султан Бейбарыс, прыгнул неизвестный человек. В течение 9 минут подъехали наши спасатели, количество 12 человек, спустили лодку. До сегодняшнего дня было более 50 спусков под водой, подводной работы водолазов. Активный поиск стадии у нас завершился, теперь идет пассивный поиск. Это по глади реки Сырдарья мы ищем утопленника. Также привлечены три кинологического расчета. Есть места, где человек не может пройти, но собака у нас не может пройти. Труднодоступные места. На данный момент личность мужчины не установлена, никто из родственников не обращался. Стоит отметить, что с начала года это второй случай. Напомним, недели ранее с моста прыгнула девушка. К счастью, ее спасти удалось.